Почти 300 нарушений правил дорожного движения мотоциклистами выявили камеры Сергек в Нур-Султане. Из них взыскано порядка 170 штрафов. Об этом сообщил старший инспектор управления административной полиции столичного департамента полиции Нурлан Дулат. По его данным, с мая этого года камеры начали фиксировать нарушения не только автомобилей, но и мототранспорта. Уведомления о нарушениях владельцам приходят посредством СМС-сообщения на мобильный телефон. У водителей, также вот автомобилей, мотоциклов, появилась дисциплина при езде, при управлении автомашиной. Сейчас меньше стали нарушать именно водители мотоциклов. Потому что до этого, знаете же, в передней части мотоциклов госномеров нету, а сзади часть она установлена. То есть данная функция фиксирует именно в задней части мотоциклистов.